Желание у меня в сердце есть, чтобы прежде чем мы будем петь и прославлять Бога в песнях, хотел бы пожелать, чтобы мы действительно каждое слово, которое будем пропевать, мы пропускали это через сердце, чтобы это не было просто время, когда мы поем песни, но чтобы мы не отвлекались, мы были максимально сосредоточены для того, чтобы прославить достойно нашего Бога. И я верю, что когда мы будем исповедовать верой нашей то, что мы поем, будут приходить благословения в нашу жизнь, будет ощущаться Божье присутствие. Будьте благословенны. Помощь моя в имени Иисуса Христа, славой и хвалою пусть наполнятся мои уста. Помощь моя в имени Иисуса Христа, славой и хвалою пусть наполнятся мои уста. Сеть расторгнута, и мы избавлены. Больше нет страданий и слез. Сеть расторгнута, и мы избавлены. Освободил меня Иисус Христос. Помощь моя в имени Иисуса Христа, славой и хвалою пусть наполнятся мои уста. Помощь моя в имени Иисуса Христа, славой и хвалою пусть наполнятся мои уста. Сеть расторгнута, и мы избавлены. Больше нет страданий и слез. Сеть расторгнута, и мы избавлены. Освободил меня Иисус Христос. Аллилуйя, вся слава Тебе, аллилуйя, вся слава Тебе, аллилуйя, вся слава Тебе, Иисус. Аллилуйя, вся слава Тебе, аллилуйя, вся слава Тебе, аллилуйя, вся слава Тебе, Иисус. Тебе, Иисус, помощь моя в имени Иисуса Христа, славой и хвалою пусть наполнятся мои уста. Помощь моя в имени Иисуса Христа, славой и хвалою пусть наполнятся мои уста. Аллилуйя. Аллилуйя, вся слава Тебе, аллилуйя, вся слава Тебе, аллилуйя, вся слава Тебе, Иисус. Аллилуйя, вся слава Тебе, аллилуйя, вся слава Тебе, аллилуйя, вся слава Тебе, Иисус. Господь, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за это прекрасное утро. Благодарим Тебя за эту прекрасную возможность, Господь, быть в доме Твоем.
и вместе прославлять имя Твое Святое, вместе исповедовать Тебя, Господь, Богом нашим, Спасителем нашим. Благодарим Тебя, Господь, за то, что в имени Твоем победа наша, в имени Твоем сила наша, Господь. Слава Тебе! Благодарим Тебя, Господь, за то, что однажды Ты доказал свою любовь на Голгофском кресте. Однажды Ты, Господь, победил смерть, Господь, Ты воскрес. И мы сегодня собрались во имя живого Бога. Я благодарен Тебе, Господь, за эту большую семью, которая сегодня пришла на это место, чтобы поклониться Тебе, Иисус, чтобы быть в Твоем святом присутствии. И мы в ожидании, Господь, чтобы Ты сегодня действовал благодатью Своей, Господь. Мы так нуждаемся в Тебе, Господь. Я прошу Тебя, благослови, Господь, благослови каждое сердце, благослови, кто взывает к Тебе, кто ищет лица Твоего, Господь. Откройся сегодня каждому из нас, Господь. Мы нуждаемся в Тебе и просим, чтобы Ты сегодня исцелял сокрушенные сердца, Господь, чтобы Ты сегодня как физически, так и духовно сегодня воскрешал нас, Господь, из этого глубокого болота, из этих болезней, Иисус, из этих оков, которые окутали нас, Господь. Я прошу Тебя, помоги нам сегодня воскреснуть для Тебя, помоги нам сегодня жить для Тебя, Господь, помоги нам сегодня исповедовать Тебя Богом нашим, Господь, слава Тебе. Благодарим Тебя, Иисус, благодарим Тебя. Нам есть за что благодарить Тебя, за то, что Ты сегодня позволил нам прийти сегодня сюда, в церковь Твою. За церковь Твою благодарим, за братьев и сестер благодарим. Благодарим за то, что мы омытые кровью Твоей, Господь. Слава Тебе, Господь мой и Бог мой, прими жертву хвалы. Мы нуждаемся в Тебе, Боже, наполни нас еще больше Твоим присутствием, и слава Твоя пусть постоянно льется из уст наших. Аллилуйя Тебе. Мне есть за что благодарить Творца. Он снял с меня греховную проказу. Так пусть теперь польется без конца хвала Ему в поэмах и рассказах. Вот почему мне хочется любить Его сильней и искренней и чище. Мне есть за что Христа благодарить. Он мне купил небесное жилище. Душа взывает к Христу, не устает. Где падала, прощение просила. Ведь Он в беде мне руку подает, ведь Он мое прибежище и сила. Вот почему мне хочется любить Его сильней и искренней и чище. Мне есть за что Христа благодарить. Он мне купил небесное жилище. Все от Него и все идет к Нему. Душа поет небесный отголоска. Почему мне хочется любить Его сильней и искренней и чище? Мне есть за что Христа благодарить.
ним небесное жилище. Бог, почему мне хочется любить Его сильнее и искреннее и чище? Не есть за что Христа благодарить. Он мне купил небесное жилище. Благодарим нашего Господа.